На три танка, блять, я думаю, трэш уже там поделить. Переагрить. Каждый по одному мопчику смотришь уже и все. А я забыл, где я забыл. Здесь, да? Бака в рейд хочет вернуть. Он можешь на меня поменять. Бага тебе нужен? Сейчас. Раз. Послака. Так, Женек, портнись из рейда. Так, вопрос первый. Хант, лок, мах, руки. Кому-нибудь надо? Фантазар. Блять, сука, я руки спрашиваю. Ты мне пишешь, да, кроме рук, блять. Я не расслышал. Это ГП. Короче, можете руки продать, ты пятая на локах, он там мага есть, пока время есть. А сколько? А голову она можно знает, будет продать? Да, все цены знают. А то у меня, давай, может, покупатель на голову зайдет. Давай я на ханта заберу токена по пятнашку. Сколько? 15. 100к, он сказал. Иди там, в пугов покупай. Сейчас за 45 продадим, блядь, за 40. Пятнашку, блядь. На прошлой неделе вообще не зарабатывали, поэтому на это немножко подзаработал. Ой, ты штаны-то пятые будешь брать? У меня есть. Моса. На это, на слепца можно будет зайти? Свяжется, зайдет. Мосо, у тебя есть штаны Т5? Че, а давайте речь на кого на это, блядь. Кто там? Шаман? Кто там? Шаман, разбойник, паладин, нужны руки? Нет. Напишите плюс, кому нужны. Денечка. Всем тебе руки. Все в инсте, давайте. Но тебе дайте бафы, да? Дайте бафы, просто бафы. Ясно. Короче, на слепца. Если что возьмете, я пока это. На БГшке побегаю. Смотри, мы тебя ждать не будем. Че, на мой инспект паладиновский тоже никому не надо, да? Да нет, в этом если нет. Лока надо, грудак. Тоже можете найти покупателя. Женьку надо. Но, у него на мейнспеке 4Т5. Оффспек меня интересует в последнюю очередь. Ну, я за ГП заберу, в смысле. В смысле за ГП? У тебя есть на мейнспеке Т5. То есть вы хотите просто кому-то продать, да, это? Да. То есть мне что подать в гильду, вы хотите просто продать, да? А зачем тебе отдавать? У тебя на мейнспеке есть Т5. Ваши оффспекеры, ну, ваши оффспекеры. То есть я должен идти кому-то, чтобы кому-то продавать это, да? С которого я ничего не увижу, нахуй. Сколько в 4 месяца в гильде даже фласку не взять на запрос из банка, да? То есть вот так. Да, потому что ты не посещаешь рейды, которые продажные. Блять, наверное, потому что не получается. Это уже не мои проблемы. То есть, ну, понятно, ну я понял, короче. То есть оффспек, нет, мы лучше продадим кому-нибудь. Я понял. Вот, сделай РЧ. Оффспек мне ваш интересует в последнюю очередь, честно. Лёха, если чё я тут? По тех людей, которых я спекаю в оффспеке. В Энха, блять, я тебя никогда в жизни не спекал. А зачем продавать? Все готовы. Зачем? Кто там, блядь, может поставить РЧ? Готовы? Нет? Да. Женёк, чтобы заработать, и ты смог взять из гильдбанка саппорт. Вопрос да, хорош, хорош, давай, где-то. Короче, я услышался. Боня не готов. Лёха, если чё, я тут кричи. Баф кулака по хантам. Чё, рыбка будет вылечь? Кулак улетел, вы там... Ну, я не знаю, сказали то, что кто-то не готов, я перестал рыбу ловить. На хантах висит 5, у нас 3, ой, 2 паладина в рейде. Я не верю, что у них есть кулак.
Еще раз их чайная готовность. Будет. Вы что-то, я не знаю, ну давайте уже ловите. Рыбу будем ловить, кто? А кого все, есть удочка? Все готовы, ловим. Вас ждем. Да скажи, все готовы, нет, Мэтт. Тут все больше ни у кого систа нет. Ловите рыбу. Я ловлю ее. Вы гоните вообще, уже давно поймали. А тут, походу, я один. Блять, и что, одна удочка, что ли? А твоя где? Не знаю. О, народ проснулся, начал ловить. Вот видишь? На перловку поймал. Я завис. Я это кто? Мода. Я не хочу такой истеричкой под водой валять. Сейчас, мол, базар, ну как истеричка заорал. Ничего себе, похоже, что ли? А нахуй нужно его хилить в воде, а сейчас, бля, вообще уроню его. Я не в воде, алё. Я поддерживаю. Можно футов? Ты напряжён. Мальдозавр, ты тут? Да. Ты волшебный презерватив надел? Угу. Почему тебя так интересует предохранять? Чтобы вам вред не поможешь. Я за вас беспокоюсь. Рыглару наварный, Мальдозаврный, порадованный. Что там, Лёх, говоришь? Он говорит, ИРТ идёт, блядь. Помолчи, посиди. Вот.
Пианист. Сейчас. Старый. Раскидаешь вот. Ренжу набрали. Милики можете сразу в воду спрыгивать. Медведи на лоскеп ролят, это понял. Давай. Блять, а что они сказали-то? Я не ролил. Подожди, у нас висит бой, мы не можем сейчас половить часть времени. Сейчас забьют. Я на медведи не буду надевать это кольцо. И скрытень набьют. Не, не роль пока. Нас сейчас не видит ИПГП. Оно и на котах у меня. Тогда не надо. Я просто не шарю за кота. У меня нет котов, скорее всего, я не знаю, зачем я вижу. А, ну все, тогда не надо. Поднялись, чё? Ещё раз. Крайний раз, понятно. Опять нахуй. Висаю. Короче, порога, да? Я вот, вот. Вот это понятно. ИПшку сам потом не числишь. Да, ладно. А за первое убийство за всю хуйню тоже. За первое убийство уже отдали. Да вот дайте эту штуку. Лага я разрою, может начислять. Забили. Дайте каску поварам. Вроде медведей, да хуй, а танчит лойтер. Чё там, клиенты есть какие или нет? Вроде. Там вообще. Так я и не спамлю, там кир собирал. Так спами, время есть. У меня только на голову маговскую может быть клиент.
Молдозар нет. Спамит на руки. Ну чё, на паладина мат. Там один же токен, паладин шаман. Долго, вроде. Тоже ладошки? Да. Большой вышел. Заберите стрэша с рейда. Кинешь мне ассиста на ДКшку. Сейчас бой закончится. Что, он безопасный, да? Вроде хороший. Просто дебаб по танку я не вижу. Ейзер. Донатис пришел еще. Этот уши не разольет? Как может их разлить, так и не разлить. Че, Леха, видел, да? Какие протопалы сильные тебе? Да. Не знаю, я видел, как у протопала во тьме агроссор. Да, блядь, нехуй на своем варе, блядь, скулы ебать. Потому что на агро во тьме упала хуёво набирается. У него вообще не резик. Тебе отдать одну кнопку, у тебя уже 200 тысяч. А, блядь, там так не работает, понимаешь? Она скула бывает мажет. А не то, что скула. Она же в ОУЕ дамажит. Внешне модель погибнет. Там, короче говоря, тема как с твоим вихрем. Который вроде есть, вроде нет. У нас секстант в рейде нужен. Поставьте плюсик. На лов спек. На мэй. Окей. Разделение. Так Кардвей, наверное, уже пару месяцев мне написывает насчет него. Кстати, Вага, там пока тут говорит, ему четвертый кусок ноги отстал. Я дойду на пару минут. Чё, боишься? Чё, байеров не нашли ещё? Пора тебя запускать в ход. Сейчас, я вышел. Я пошёл войны. Мне человек 100 написал, а каждому ответил, не получил. Не, Вага, я понимаю. Это... Просто то, что у него четвёртый кусок. Ничего. Если хочешь уступить, спасибо. Ну, если что, я готова забрать мою лему. Я на я. Вас энки. Меня вообще не интересует. Энк в почете, я смотрю. Можете даже не рассчитывать.
Может, заберите его на вот мука? Для вас то, что хило с кеп 4-5 и лема собрали достаточно. Я вообще молчу, как я возбудился. А кинху, если даже покупателя не будет и никому не надо будет, что ты выкинешь или лучше отдашь? Как у разницы, буду убегать 10 бегать нету. Зайду себе на паладина возьму. Редко сделать. Ну, у тебя же на паладине тоже когда-нибудь кончится. На второго паладина. Вдруг еще шаман есть. Мне проще отдать паладину какому-нибудь на танка, чем, блять, на Энхала. Ну какая-то аллергия на Энх. Ну, потому что они не дамаги. Ну смотри, у тебя есть блем, у тебя есть хил. Нахуй мне твой Энх. Драгонсона есть ретрик, драгонсона есть танк. Нахуй мне его полипал, допустим. Женек, понимаешь, вот у раздаваки нету другого спека, он поэтому и ходит в энхи, брали его энхом. Меня, допустим, тоже у спек танка не собираю на варе, потому что я понимаю, если я его буду собирать, мне будет спекать, а мне это помойка нафиг. Придется у Войда спрашивать, как играть по товарам, да? Ладно, будем ждать, пока нахуй, хуй знает, бля. Элемов починил. По мане Элемов сел, вообще смешно, да. Лёха, кстати, а почему, ну, реально у Элемов с Алексаманом? Ну, он всё на МП5 ставь. Да я не знаю, может, аретрик был теперь. Ну да. Нет, это в смысле, вот, после Авнолы и Дирсон говорит, что что-то сделали, и они стали по мане сидеть. Ну, типа, вообще в теории это правильно, блять. Вы как кастер, у вас должна мана вообще хотя бы когда-то кончалась. Ну она просто что так быстро. Расскажи, это Солон Драгон. Ну это как у Солона, не знаю. Не надо, засов. Я, блядь, поиграл, я понял, что это. Сколько это? 3000? Да, на то. Я когда с Авой ходил в магик обычку, охоту закрывать, мне туда ПС-ку дали. Я просто кастую звездный огонь, и у меня как было 100% маны, так и остается 100%. Не знаю, какую-то магию рассказываешь, по-моему. Цветок был, сурф был решит, мана должна была. Не знаю, как на своем можно сесть. Че, Настя, никого не нашла? Или что? Ну, спрашивают, я вот общаюсь с людьми сейчас. Мы кого продаем? Лок, еще кто там? Лок, Макхан. Лок, Макхан, паладин, рога, шаман. Самые бесполезные классы, да? Да я думаю, на ханта, лока, мага уже можно вообще за какие-нибудь копейки продавать. Они уже никому даже ни на что вообще не надо. Все равно хорошо. Не, я спрашиваю, я просто думаю, насколько сильно можно прогнуться по цене по этому поводу, потому что это бесполезно вообще. Уже. Вон, скорчишь, недавно по какому-то узнавали. Тот парень, который отчаялся, он пытался за 30 кавалдефи купить, в итоге у нас на вопрос, сколько продадите. Диспельте дебаф. Дай хоть что-нибудь похитить. Пилить. Не знаю. Ты чё, чему там хилил просто, да? Чё там, как хилиться? Заебись. Мосс адмирал, да? Да, ничего сложного. Ну что там хилить? 6 человек. Майки, диспел дебаф. Тебя я даже хоты не вешал. 3 минуты отойду. Потому что у меня стимул на волну. Что ты
причин бы Торетик стал танковать мощнее, либо хилы у нас сегодня строят. Можно было в ОКХМ, кстати, пойти. Это похоже на строение малолей. Пошлите, показать всю боль. Коварные мысли. У вас там все это. Леха, теперь два РТ уже на ОКХМ можно забирать. Теперь ты можешь, короче, давай состав дрюкать, а нас это, расслабо направить. Отдыхать. Поставьте перерыв 5 минут. Ленту поедем. ДВ состав Илюжина сделал ФК. На следующем 8 будет. А куда сейчас? У нас времени не так много осталось, наверное. Сделайте ФК даже. Короче, ДВ состав как это, подобные кролики будет. Блять, ну так как подопытные кролики были в большинстве случаев. Старый, поставь рыбу. А если мы убьем Алара первее мейн состава, мы станем мейн составом? Не убьем. Если вы убьете, мы будем, короче, ДВ, а вы будете мейн составом. Блять, и так не шути. Если убьете, сможете по два сопрота из банка брать. Не прокатит, все равно. Объясню почему. У вас ДПС. Да, запускаем ДВ состав, чистит трэш, мы вечером заходим. Самой никого-нибудь надо? Кому там нужен слепень? В смысле, это демон. А слепца кому-то надо? Нет. Перчатку продали? Нет. Короче, пойду чай налью. Если чё, Брун начнёт там. Черче, все тут, нет? Я тут. Кулак, лапу, пристабав. Нам бы 25 зайдело в рейд. Кто хотел зайти, плюсик в чате. Кому нужен слепец? Давай я зайду, если нет места. Если никого нет, я могу на мага прыгнуть. Нет, я зайду. Хочешь? Так, короче, запускаю Настюху. Без проблем. Да. Нет, я не хочу пароли. Пустите меня. Натирать это тренер. Тестить вместо колбы хочу. Двойки. Что за тренер? Это. Страдай хуйней. Уже писали Палу, что она плохо прокает на ретриках. Раньше она давала кучу ретриков. Будить. Мы 6 хилов пойдем, или тут спекается? Хилов и пончик спекнет. Слышь, япончик? Я в ГЦ еще, не спекается в ШП? В ШП, да. Дебаф дайте. Что, никого не нашли так, походу, да? Mm-mm. Никому не надо. На АФК. Че мне, заходить хантом, нет? Леха, нам надо 15к или не надо? Блять? За 15к я даже, блять, вагона вредню. А я не вагон, я свой. Ты вагон. Поехали. Гулять? Я не знаю. Да, поехали. Да, поехали. Мишка, нахуй. Лага пишется, продав, пошёл. Ты же понимаешь, что их она наденусь, этим же вагоном вас будет порвать. Когда это только наступит? Немного осталось. Ну это к левелу 30 еще ноября. Первый, нет?
А, герон не демон. Вверх. Блять, прошло до того момента, пока я раз КХНК будет. Чё ты... Это самое... Свет будешь тончить его вечерним, да, наверное? Да я пропал. Можно раз бит вам возьму, буду там пуливать большого. Да, мне кажется, там и без напула нормально. Большого приманить надо. У него не работают таунты. Замаечная плодинас. Щит кинешь и все. Теплухи выключить. Гречку в танк аспектом пускай танки. Да вот. Что он? Ну, лето спрошел. Короче, говоря, Влага, есть подозрение, то, что из-за того, что там элемы ноют на форуме, они изменяют. Элемы всегда на элеме будут. Так где-то неплохо дома. Ему Е надо понимать. Постоянно там ДК только ноют. Прям. Но ДК хоть много, они поноют, им реально пофиг. ДК всегда будут тут. Первыми позициями. Фиксить, интересно. Первыми позициями по нитью? ДК никогда не обидят в том плане, потому что там пидор из... из этого, блядь, из разрабов играется ДК. Блядь, ДК и так... не так сильный на ЛК, блядь. Можно сделать слабее. 105 они еще сильнее. Ты видел в ауди, блядь? Типа кнопки не поехали, почти не жал, это был топ рекаунт, сколько? Хорошие статы и подают ТК в любом случае на первом ходе. По везде аутнутые. Типа ФЛП. Одни ретрики сосут. Свои с другим. Да я бы сказал, что... Ретрики уже подняли, не? Это голова продается на шамана? Кому-то нужна голова? Так, если можно, то давайте не продаем. Старик, не тебе демон. Старик, демона убей. Сколько? Голова занята. С вами сидишь, тут флудить. До сих пор босса не убили? Убили. Почти. 25. Продаю простые отбаски. ПС, это толкашный. Мне ледяного змея по 35 голдет. Ау. Внимание. Я бы тоже так закупил по 35. Я тебя могу выслать, но ты хуй купил. Все на 100 кабель. Процент. Ну как, ну? Я-то на 100 кабель куплю, только их потом девать некуда будет. Продавать их по 40. Миш, а эти... Перекап могу себе забрать. А полно там. Нет, и так дешево продаю. По 45. Я по 40 покупаю обычно. Ты там смерть, ГП, это же ГП. Смерть от срыва агро, ГП, вроде бы. Да какой срыв агро? Перефаза тебе не бьёшь. Я и не бил вообще. Может, если слово тьмы боль кинуть один, ты что думаешь, что сразу же агро на 100%? Понно же. Вок, макхан, нужны ком. У меня на продажу стоят. А, голова, вок, макхан. Я спрашиваю, понно же, вок, макхан. Карин, на тебе демон.
Мне надо Малдазар. Эти шаманы, паладин, Гогор. Шаманы нужны, ямки. Три не упало. О, блядь, три не упало. Ой, пианист у нас первый босс и шесть трупов на нем. Рахиль. Семь. Начисли. Мы с вихрями. Начисли трупов. Че, агрор лук? Да там не только в агре проблема была. В агро. В агро. Да чего там еще можно сдохнуть? Да ну нафиг, что упал нахуй, эта хуйня? Кое-кто сдох на вихрях. Потому что демон большой, раздвоенный, стоял на Карине почему-то. И он хуярил в мили-зону своими этими. У нас настакивал. У меня он висит 67 тысяч увеличен. Там не был маленький босс, может, по-твоему? Ничего, там все. Насчет большого хз. А еще у нас Холли Пал умер на перифазе, его, по-моему, никто бернуть не мог. Ну чего Холли Пал? Он там и не нужен нас. И хорошо. Чего Холли Пал сдох? Пиздюр получил. От вихря. От вихря сдох, написано. А мне перчатки на ролл не прилетали, которые шаманские друиды. Да это их еще не было. ГП ты не видишь? А, это ГП за Задриню? Я не вижу их. Баба, всем хорошо, надо Артемия КБ писать, и все будет заебись. Че, какие там куски упадут? Рейндж, бегите. Паладин, два. Убежались. РДД бьют. Видишь, на ханта даже не упали Редвар. Так что, плевать. А я не вижу, мы. Я же, кстати, своего ханта в этого... Успех паролла, блин. Успех паролла. Что там на успех? Перчатка, дынчик в топе. Дынчик отдавай. Проб. Дынчик протаса? Ну что-то... Было бы хотя бы один спек собрать, по-моему. А, блять, по-моему, просто... Бросить, это понятно сейчас. Вообще в приоритете шмот на танка, силраски нужен, отдаете. Мне только плечи нужны. Вага я разрою. Нет, ты просто покажи танка спек свой, пожалуйста, я просто очень хочу увидеть его. Нет, блядь, суть даже не в танка спеке, а в том, что ты на 3 спека. Блядь, видишь шмот в итоге. И ни одного спека, кроме Холи Пава, ты не видишь. Никто ничего против не имеет. Блять, мы этого не видим. Поэтому вопрос. Я сейчас с кислотой буду плеваться, если ты тут делаешь? Нахуя? Какая, блядь, зависть, нахуй липала собирать шмот, что пришла с дебафом, убила меня и стоит против. Что-то там с танков диспелят сегодня, нет? Или там танки дальше пошли пиздец? Мага поначитал тем, кто подох. У меня стрим пересмотр. Посмотрим, он там показывает. Короче, у меня если покупатель на голову зайдет в онлайн, то он ее возьмет. Сказали же, что голова нужна. Кому? Mag Hunt Lock. Там, походу, болезнь бесконечная будет. На 2 минуты отойти надо. Чё, хорошо. Блять, Малдазар, я спрашивал, даже в рейд-чат объявление писал. Малдазару не нужно. Тебе нонсет берется башка. С Джайны, которая? Прикинь? Да. На любой спек.
А где еще падает башка такая? Толкачай. Вока 277. Карашани, хуем падает. Башка с джайны падает с джайны. Вока хм 290. Все ответили на твой вопрос. Толку тебе отдавать голову, если ты в последующем ее заменишь. Все просто. Сет башка на маге. В любом спеке. Толку возьми, когда у него волшебный презерватив есть. Да, она идет не только на магии. Башка на все там постоянно идет, и у локов то же самое. С ШП и локом я поспал. ШП лок могут. ШП себе штаны берут. Бейте все. Полутайте колосс. Ну я примерно так и думал, то что ну типа бошку лутает обычно. Мне просто интересно, если он, допустим, Молодозар, если ты берешь голову, что ты хочешь над сетом? Нет, ничего. Я просто не знал. Ну я примерно думал то, что башка там. Там все остальное с духом. Короче, это. Походу я скоро начну, блять, ебать. Воронка. Ебать ноги мозг. Буду спрашивать. Скажи свой, блять, вместо пи. Если мне человек говорит какую-нибудь хуйню, блять, которая, блять, он или не может даже примерно прикинуть шмотки, которые ему. Значит, нахер такого человека надо. Его толку ровно ноль. Че, следующего таунтите, нет? Там. Лёха, а скажи, ты говорил, вот на танка плащ без меткости с кого падает? Без меткости? Я говорил 264-м. А, 264-м? Я понял. Нет, благо, у меня кирс подаван. И немножко... Убирал вообще бесполезно. Чего? Адмирал на магии не дамажит. Адмирал на магии 180 усилков, блин. Ты даже на магии не дамажишь, кого-то там мучишь. Вон, мяка зато дамажит, мяка за меня дамажит. Потрэш. Мяка метеор закрыт на джайне не может, блядь, не двигается. Ты говоришь дамажит. Ну дамажит же. После скрыть не останутся лужи. Миники под конец хп лучше отойдите. Пару раз. Люлей ему вкатить, чтобы закрывал. А еще финальный удар. Вкатить жайный хиля у людей. Да, еще под дых добавить. Просто не очкуй, мы отбежим. Тут времени завались, когда он умер. Еще второго можно отпить спокойно. Сейчас завтра ОКХМ давай рейдом пойдем, да? Бля, Леха, ну давай. По существу, давай сначала лычку, а потом вопрос. Мне так нравится, как вы друг друга оскорбляете, пипец, конечно. И про то, что ОКХМ? Нет. Нет, ОКХМ надо завтра сходить. Ну вы сходите, а мы посмотрим. Ты своди их хоть они раз хоть посмотрят, что. Да мы лучше стрим посмотрим, давай запишите видос. Там посмотрим. В кишке АФК стоит, внутрь заходить. Ну и мобов бить. Кто там АФК? Там Денчик запутал своим шмот. Кричи на АП, какая разница, потом перебахнуть будет. Кричи, Вага. Сейчас еще сдохнет кто-нибудь. Вы умрете? Хватит скрытня срывать остатки. Короче, заведешь давай состав. Не добивайте скрытня, не добивайте скрытня. А пусть сам вот уходишь, идут. И пускай не троят до потери. Или добивайте РДД. Да не, сам бы потраил. Типа в плане хилов, тут получше. Потому что есть парнишку пиздящего ДВС статик возбуждает прям через... Ну, еще плане... один идет, он не дойдет до сюда. Кроме дамагеров, да, конечно, хуже. Некоторые вообще тупят, детско. Можно таунт нажать?
Можно таунт нажать? Можно рынка? Войд, я не меняю. Был Доварид и вечерним тот самый. Блять. Тут еще получается плюс два танка. Там вообще два танка надо, по сути. То есть два паладина могут танчить всего босса. Так вы два ДК. Не критично. Это я паладином зайду в Доварид. Нахуя мне заходить ДКшку? Мне почему у нас вечером 4 танка? Вдруг потому убьем. Потому что на второй фазе надо 4 танка. Ты хочешь на первой фазе. Болезни раскидываются между нами. Может, вы дрожжину наберете? А толку ее диспелить, если с тобой рядом человек? Она все равно перейдет. Она на двоих кидает, если рядом стоит. Сейчас лужа будет. Тебе, Лёха, их проще запустить и стрим смотреть, как они травят. Сами изучая тактику. Гена пишет. Матюкается Гена, что не позвали в РСХМ. Сам а какой тогда был лут? Не Агри, подожди. Масрез Кастаните. Я на самом деле думал, что он на работе. Раз его не... У кого КД, точечно резайте. Вставайте, чё лежите. Для меня не достало. У тебя просто КД. Фулл баф дайте. Сейчас, блядь, опять полрейд ляжет. Шансы на победу увеличить босса или не надо? Все мне покупателя завести надо на штаны. На какие? Маговские. Так штаны маговские нужны. Кому? Что-то в первый раз слышу. Вот он просто с нами уже 4 КД подряд ходил, поэтому это что-то для меня новость, что кому-то штаны нужны. Молдозару, ну. Да, окей. Я вот поражаюсь, блядь. Спрашиваешь, надо кому-нибудь? Все молчат. Долго говорил. Ищешь байера, потом говорят мне. Долго говорил. Я типа не знаю, как вы слушаете. Я, блядь, вам как минимум несколько раз сказал, что кто-то, тот-то, ну, в той или иной степени. То, что, блядь, там не одевают, допустим, марку, это не мое. Вторая воронка из голоса за сегодня. Это потому что Лёхи нет времени. Вечерним никому не нужно, если что. Окей, я его в вечерний тогда возьму. Кирс, короче, если ути не будет вечерним, продашь голову. Ну, отпиши кому, окей. Ага. Ты про Кардвейна? Нет, про Харю. Здесь пальцы добав. Слышь, Мишань. Нет, а я вообще не удивлен насчет этого. То, что ты спрашиваешь, что, блядь, просто краткий пример, нахуй. Хили тот-то, тот-то, тот-то. Написали в чат, через минуту приходит какой-нибудь рыло, и, блядь, а где я? Кто я, кто хил? Ему объяснят, и следующий за ним. Бля, а я что, я хилю, что ли? Он даже, блядь, вар какой-нибудь просто, ну, за компанию, а я хил, нет, сегодня. Нет, ладно. А осквернение куда выносить? Ломбард. Ой, бля. Это болезнь у ДВшников такая. Это, или как это было? Мы вчера же, да, целый факт? Маги, диспел. Маги, ханты. Что с ловушками делать надо? Час времени остался на полностью. Все ЗС. Второго мага диспел. Хули тут заходить осталось? Мага диспел. Мага диспел. Мага диспел. А зачем мага диспелить? Чтобы он меньше дамажил. А как можно замутить тут кого-нибудь?
Правой кнопкой. Единственное, что правой кнопкой. Дебаф Соломута. Да не мага диспел говорила, она говорила вага диспел. Не знаю, нахера вы хотите диспелить магов? Что единственная проблема такого. Маги его уебьют. И чё ты думаешь? Так это они же нет, если не... Какое-то бля, перо? Заебись. Да. Чистим, чистим трэш актив. Не спим танки, пуляй. Хилы догоним. Хилы не АФКш. А с Элем ушел. Огненная стрела маг. Огненный ливень маг. Кто бы мог подумать? Чё там, Артемий, совсем туго, да? Артемий. Блять, вы хороши, вайп построить надо. То, что два вы сагрили мага, это нормально вообще? Зачем вы ладите? Две пачки сагрили, два ламута, два мага, два щитоносца. Кто агрил? Первую я. Ты не понимаешь, просто сказали времени мало. А вторую какой-то другой танк. Вот, агришь ты весь трэш. Все остальные танки подхватывают. Мне больше интересно, почему я на пятом месте по захилу. И при этом у Денчика 40% захила сейчас это пой. Покажи мне, стоп, блядь, не надо было блядь. О, блядь, привычка. Дай проверку, старик, все здесь? Я на шамане. Да и по дамагу без берсерка и на втором месте. Чисто размахом. Молодец, молодец. Драгонсон. Простя. Простя, Драгон, чё? Остальные тут. Я тут. Я отходил, Драгон, написал. Я написал что-то, иду. Ты просилите вообще? Че, вы в 4 хила не можете пачку мобов прохилить или что? Да две сами. А, ну тогда. Тут мои полномочия все. Охуеть, у меня аж интернет, блядь, дисконнект. Рейд проситься, блядь, быстрее. Рыба стоит, ребят, кто не ел. Три танка и щитоносец бьет Денчика. Вам на.
Леха, гидросы не переливал? Я думаю, да. Там трэш еще не добили.